теперь в ресторан. Перед чем здесь ресторан с полной едой? Мне даже что-то аппетита нету. Ну, сейчас попробую еще что-нибудь. Большой выбор еды. Так, ладно. Что тут у них есть хорошего? Можно вот здесь сесть еще. Камбоджская еда. Нам типа китайская, да? Ну, попробуем, что у них тут есть. Ух ты, как у них тут интересно. Что здесь только нету. Сладкие, кажется, да? Ладно, сейчас со Ксенией наберешь, ладно. Вот эти пирожки тут, конечно, пальчики оближешь. Так, а попить-то у них что есть здесь, интересно? Попить. Ну вот. Нет, камбоджийная еда, конечно, не такая вкусная, как китайская. Камбоджийн фуд, но ты знаешь, чайниз. Только, конечно, все украсить. Смотрим еще какой-то щел. Так, это кажется глупцы. Камбоджи вежтабл ролл. А, нет, это не могу уже. Не еда мне. Не лезет в меня. Поела шашлыки очень остро. Вот это вот. Я такие пробовал в Китае. В Китае они немножко отличаются. Это как пельмени. А здесь sandwich bread roll. The dumplings. Это не совсем пельмени. Вот что они делают. Вот они делают всякие вот эти штучки. Ну ладно, посмотрим теперь, что у них за шоу. Туалет делаю. Yeah.
Eventually, find the answer.
Thank you.
Thank you.